Привет, привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня у нас распаковка второго заказа по 16-му каталогу компании Oriflame, и в этом заказе примерно, по-моему, 125 баллов. И что самое интересное, так как компания первую неделю объявляла бесплатную доставку при заказах от 50 баллов, то я и скидывала заказы по 50 баллов. Знаете, это так удобно, не нужно ждать. И самое интересное, что если бы я ждала до последнего, некоторые продукты уже могли бы пропасть со склада. Поэтому я никогда не затягиваюсь с заказами и всех своих клиентов ориентирую, чтобы заказывали в первые дни каталога и не ждали, когда все закончится, и потом не огорчались. В этом заказе у меня классная краска, которую я очень люблю, краска серия Hair X, оттенок 6.6. я думаю, что это очень красивый цвет, такой огненно-рыжий-красный оттенок, просто потрясающий. По качеству краска отличная. Раньше я красилась оттенком 3.0, темно-коричневый, сейчас я крашу оттенком 9.0, светлый. И в том и в другом случае я в восторге от нашей краски. Она не сушит волосы, они не становятся какими-то там тусклыми и ломкими, наоборот, они как будто бы оживают, и волосы становятся просто великолепные. Скоро буду краситься, готовлюсь к поездке, и поэтому пока что не крашусь. Так, две расчески, всем разрекламировала эти расчески, я себе заказала, она у нас как раз к серии Элио выходила, новая расчесочка. Слушайте, какая она удобная, она вот прям вот в руке хорошо лежит, она хорошо прочесывает, массирует голову, и самое главное, мне нравится, что она такая красивая, она золотистая, и в нее можно смотреться как в зеркало. Это тоже, кстати, очень-очень удобно, поэтому всем рекомендуйте расчески, пока они есть, потому что, возможно, это лимитированная серия, и она не будет с нами на постоянной основе. Если вы заметили, что периодически компания обновляет ассортимент, и некоторые продукты уходят, даже которые мы очень сильно любим. У меня таких продуктов очень много. В заказе у меня еще есть такая маска для восстановления волос, тоже серия Hair X. Очень классная маска, если у вас волосы сухие, ломкие, окрашены, их нужно питать, восстанавливать, можете смело тоже эту маску брать, я ее тоже люблю, она у меня в любимчиках находится. Крем для рук с макадамией, серия Soft Cass, очень питает хорошо, очень мягкий, такой сытный крем, который нужен всем, у кого кожа рук сухая и не хватает, вот прям не хватает влаги, не хватает питания, можно на ночь наносить как маска более толстым слоем, чтобы ручки хорошо напитывались и увлажнялись. Крем для рук и тела, серия мед и молоко. Посмотрите, какое чудо бочонок, он такой большой, 250 миллилитров, и этот крем, он ароматный, он такой приятный на теле. Я люблю аромат медовой коллекции, я понимаю, что не всем может нравиться, но это действительно ароматная такая душистая серия, просто ее обожаю. И в общем-то я уже в Oriflame 22 года, и я всегда этот крем любила, у меня не было такого, что какие-то периоды мне нравился или не нравился, я его периодически заказываю, и всегда он доставляет удовольствие, вот просто удовольствие от использования, у меня есть на него постоянные клиенты. Заказала себе вот такую маску, она у нас еще есть, уже заказывали такую с органическими ягодами, она такая приятная, питательная, у нее приятный аромат, такой необычный цвет, легкий-легкий сиреневый цвет, когда наносишь на лицо, и она отлично напитывает кожу. А я маски делаю регулярно, я считаю, что это, ну, это такой не просто приятный ритуал, это очень полезный ритуал для нашей кожи. То есть в меню своего ухода обязательно включите маски, и чтобы они были разные, чтобы вот баловать свою кожу, и она всегда будет вас радовать, чтобы она была подтянутая, мягенькая, чтобы не было ощущения, что она обезвоженная, что ей не хватает питания. Маски, хороший уход, все сделает нашу кожу очень привлекательной. Гели для душа, заметьте, в этом каталоге у нас повторяется акция, мне кажется,
один каталог через каталог назад у нас тоже была акция, когда эти гели в объеме 400 миллилитров стоили всего 159 рублей. Это очень классный объем, XXL, их надолго хватает. Гели такие концентрированные, серия Discover, она просто, мне кажется, наша любимица. Я мыла очень люблю из этой серии, и гели, и мы их все время разные заказываем, потому что у них у всех разный аромат. И поэтому вот не бывает такого, что мне что-то надоедает или приедается, несмотря на то, что я уже столько лет в компании. Вот постоянно каждый заказ, у меня какая-то радость, вот какое-то удовольствие. Ну, молодцы, что и меняют серии постоянно, обновление идет, и какие-то вот новые ингредиенты вводят, такие необычные, как, например, вот серия Beautanicals. Эта серия на 95% с натуральными компонентами и с экстрактом жимолости. И даже через упаковку я чувствую этот аромат, и он меня очень вдохновляет. Он такой вот бодрящий, наподобие вот ощущения, как от лимончика. Прям слюнки текут. Вот нюхаешь, когда лимон, или представляешь лимон, то начинается обильное слюноотделение. И этот аромат, он настолько же живой, свежий, что сразу становится очень приятно. Смотрите, у меня по два кусочка. Два кусочка мыла Swedish Spa, два кусочка Beautanicals. Потому что именно акция идет, и выгодно брать по два кусочка мыла. Одно дороже, а два гораздо выгоднее. И мыло Swedish Spa, оно просто великолепное. Настолько мне нравится вот этот массажный эффект и эффект отшелушивания. То есть если вы посмотрите, здесь вот прям видно такие пупырчатые, как пальчики. Они очень хорошо массируют кожу, со временем они смыливаются, но само мыло очень хорошо отшелушивает. И я его рекомендую наносить на мокрую кожу, немножечко прогреть кожу, можно в ванной или под душем, потом намылиться, побыть немножечко, минутки 3 или 5, можно пока щеточкой ноготочки почистить, там пяточки потереть или помассировать волосы, а потом вы смываете. Я беру нашу мочалку из мужской серии, кстати, была великолепная мочалка, не знаю, почему ее сняли с производства, просто вот как шарф, да, такой длинный, и я этой мочалкой начинаю вот растираться, она мокрая, я растираюсь, и у меня такое чувство, что с меня просто вся кожа слазит. Вот настолько даже до скрипа, вот такая легкость, все очищается, кожа дышит, и оно не сушит. Это волшебное мыло. Вот, кстати, и Beautanicals также работает, и мыло Swedish Spa. Поэтому очень рекомендую, попробуйте себе такую сделать процедуру. Это вот, ну вот просто легкость, как после баньки появляется. Вот, потому что в бане очень хорошо мы отмываемся, очищаем поры, кожа вся просто слазит, да, не остается рогового такого мертвого слоя, и мы как будто бы взлетаем. Кстати, эту воду я взяла на продажу, серия Men's Collection Dark Wood, потрясающий аромат, у меня его часто заказывают, и он сейчас всего за 499 рублей. Я, конечно, я не устояла, я заказала, потому что сейчас ароматы стали больше заказывать, то ли женщины научились ценить своих мужчин, потому что раньше как-то вот говорили: ой, обойдется. Как обойдется, любимый мужчина, ну невозможно. А вот сейчас прям много стали ароматов заказывать, даже по прошлым заказам, помню, там 3-4 аромата сразу, бывает там больше, и это очень здорово, это очень-очень радует. Кстати, раз мы говорим про ароматы, то здесь еще один аромат тоже заказали в подарок, аромат Poses мужской, у него и упаковка красивая, и сам аромат такой мужественный, аромат дорогой, такой насыщенный, очень приятный. У меня Михаил тоже пользуется таким ароматом, я ему заказывала маленькие такие ароматы по 15 миллилитров, тоже, кстати, очень удобно для того, чтобы вот продегустировать, попробовать аромат, понять, нравится или не нравится, и удобные варианты, что, ну, чтобы разные были. Я сама люблю разнообразие в ароматах, так что вот такой заказ, как видите, стали о мужчинах думать. Наша Family гель для интимной гигиены, это, по-моему, как раз освежающий, это успокаивающий,
успокоит, да, все что нужно. Этот гель для купания, для интимных мест, 300 миллилитров, потрясающий продукт. Детское мыло тоже под заказ, Винни-Пух. Кстати, еще просили мыло львенок, но его уже нет на складе, поэтому тоже всегда говорю, пораньше делайте заказы, не тяните до последнего. Я всегда так общаюсь со своими клиентами, я им объясняю, что мне проще взять на вас заказ, я его выкуплю, он будет у меня лежать, а вы заберете, когда у вас там придут какие-то финансы ожидаемые. Просто скажите мне, к какому числу вас ждать, и все, я куплю, пусть лежит, хлеба не просит. Потому что потом обидно, когда делаешь заказ и нет на складе, нет на складе, очень даже обидно. Мне заказали несколько смягчающих средств, я их называю смягчашки. Сейчас мы сделаем из них такую пирамидку. У нас сейчас три аромата на выбор по 99 рублей. И смягчающее средство, оно нужно для кутикулы, для губ, можно до кожи, где сохнет, где есть вот стянутость, локти, пятки, колени, болячки. Вот вообще везде. Это очень приятный продукт, он с прополисом, обладает очень мощными смягчающими свойствами, успокаивающими. И если у вас есть малыши, вот сейчас начнется сезон варежек, и дети вот все время варежкой трут носик, ну как бы, может быть, там конденсат у них или да соплюшечки подтекают, они вот так вот рукавичкой вытирают и нежную кожу вот здесь вот они себе натирают, и она становится просто красненькая, даже бывает корочкой покрывается. Поэтому намазали ребеночку на ночь, утром встаете, а кожа вся ровненькая, и нет покраснений, нет раздражений. Знаете, как замечательно. Вот. Далее у меня здесь еще есть помада. Помада из лимитированной серии с металликом, тоже заказали. Такой темный оттенок. Сейчас скажу, какой код, если увижу, конечно. 417-28. Такой вот оттеночек приятненький. Я смотрела обзор, кстати, на канале Оли Поляковой, она показывала все эти помады в деле, мне кажется, они прям классные. То есть у них и цвет хороший, такой насыщенный, и вот этот классный блеск, поэтому обратите внимание на помаду, они очень даже приятные. И как обычно в заказе у меня куча тушей. Кстати, в прошлый раз я заказала 20 тушей, и я даже не заметила то, что при заказе туши 5 в одном и там по страничку, по-моему, с 4 по 23, за каждые 500 рублей должны вкладывать в подарок пакетики. То есть так было написано. Ну, там также написано, что количество пакетиков может быть ограничено. Так вот, представляете, мне кто-то написал из моих подписчиков в комментариях, то что а у вас нет пакетиков, и у меня их не было. И я заметила, что да, действительно их нет, а в этом заказе они есть, такие чудесные мешочки, которые действительно нам очень нужны, учитывая, что сейчас компания сделала пакетики бумажные, и они стали подороже, по 5 рублей пакетик, по-моему, у нас получается. А предыдущие пластиковые выходили нам по 2,5 рубля. Вот, и многие сейчас такие: а пакетиков не хватает. Поэтому смотрите, что я сделала. Я зашла на сайт и написала претензию, что мне не довложили, то есть условия акции выполнила, и я хочу получить такие пакетики. Смотрите, за каждые 10 тушей 4 пакета. Вот, так что имейте в виду, если компания что-то не вложила вам, то вы всегда можете пообщаться с компанией, она к этому открыта, и в общем-то, когда мне ответят, если интересно, я вам расскажу. Можете мне во вторник задать вопрос, вот еще один пакетик, можете задать вопрос по поводу решения этого вопроса, решился он или нет. Так, и еще один пакет, я правда не знаю за что, но он здесь есть, честно говоря, может быть, к этому аромату, я не помню. Если вы помните, напишите, за что-то мне еще вложили. Новогодний классный пакет, он прям светочка елочки, она нарисованная, но такое ощущение, как будто она объемная, такой эффект, 3D эффект. Вот и все, такой вот небольшой заказ, и классная была акция. Надеюсь, вы тоже успели воспользоваться предложением с бесплатной доставкой и получили, может быть, даже не один, не два, а 3-4 заказа, потому что я успела еще 2 заказа в последний день отправить.
У меня просто они вот приходили и приходили, я отправляю, мне приходят еще заказы. Сейчас ажиотаж. И ажиотаж идет у нас от чего? От того, что мы, если мы говорим о том, что мы в Oriflame, если мы говорим людям, что у нас можно заказать, если мы рассказываем, какие акции, какие классные продукты у нас есть, например, как не рассказать про тушь 5 в 1, которая в этом каталоге всего 219 рублей стоит. Я не могу об этом молчать, да, и вам тоже рекомендую рассказывать, делиться впечатлениями о продуктах. Вы можете давать, смотреть видеоролики своим клиентам, чтобы они могли подобрать оттенок тональной основы, оттенок помады, чтобы они посмотрели, как работают какие-то продукты. Очень удобно, что мы записываем сейчас, многие блогеры, коротенькие ролики прям вот на один продукт, и вам не надо смотреть часовой обзор каталога, а взять ролик малыш и отправить его своим клиентам, чтобы они выбрали себе какой-то классный продукт. Я вас благодарю за внимание. Если видео полезное, ставьте лайк, и до новых встреч. Всего доброго вам, пока-пока.